Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Некрос, это Injustice 2, и сегодня мы поиграем за пугало в сетевой игре против игрока. Игрок Харли Квинн. Так, костюм третий, во. Во! Вот это страшно, прям страшно. Так, Харли Квинн будет пытаться нас зонить, мы же сможем атаковать длинными атаками, крюком. А еще у нас есть, по-моему, плюс на блоке с помощью усиленного апперкота. Такого зеленого, с зеленым этим газом. С дороги, мешок с картошкой, да? Ну-ка. Зонить будет, да? Вот она, ага. Только это немножечко другой удар. Включаем суперку, не забываем пользоваться. Тихо. Не поймал, да? Включаем супер. Воу-воу, ты чё? А, она не включилась, суперка-то? Интересно, как так-то, почему? Она не включилась. Опа. Зонить, да? Зонить вздумала. Вот он плюс. Так, мы пробиваем защиту. Wake up. Wake up. Воу, вот это красиво было, да? Теперь смотрите, я просто беру и проигрываю раунд. Я включаю силу и телепортируюсь, и она сразу же умирает. Потому что газ. Жутко-жутко выглядит он в этом костюме, конечно. Так, это рейтинговый матч, поэтому нам нужно выиграть три матча, чтобы полностью победить. Begin. А, это не работает, тихо. Wake up. О! Ха-ха-ха-ха-ха. Еще вот так. Воу-воу, тихо. Wake up. Включаем. Оверхед, ага. Ты посмотри, никак, да? Воу! Достал все-таки. Ура. Ах, ты вот так. А, ну так я, конечно, не прыгну. Опа, красиво. Ура. О, это все. Еще и эта сила подействовала, да? Scarecrow wins.
Главное не забывать включать силу. И, по-моему, эта сила действует... Ну, поправьте меня, если я не прав. На всю арену. То есть он бьет по земле, и противник оглушается. Я тебя не боюсь. О. Так, плохой плюс, тихо. Тут очень тайминг нужен. Очень, очень хороший тайминг. Ой-ой-ой, ну это прям прессинг. Кроссап. Ага. Ра. Звонит, звонит, смотри. Опа, привет, я тут. Ра. А это оверхед уже, смотрите. То есть противник знает, что я по ногам бить буду, но нет. Оверхед. Страшная маска кошмаров какая-то выпала. Интересно. Итак, новый противник. И это будет кто? Черепашка-ниндзя. Микеланджело, хорошо. Поехали. Микеланджело у нас умеет миксапить, потому что у него есть скейтборд. Он может им кидаться, он может по ногам бить и может ударить по голове скейтбордом. Но вот, правда, оверхед у него немного медленный. А вот по ногам удар, когда он едет на скейтборде, это быстро. Да. Focus on your fear. Dude, I could beat gaming. I can work with that. Begin. Ну давай, поехали. Ага. Wake up. Сила. О, это как понять? Не попал, да? В тайминг. В тайминг не попал. Сила. Поехали. Очень выгодные атаки. Очень далекие. Как прошел? Wake up. А вот сейчас попал. Хорошо. Захват. Wake up. Броню сделал, да? Эх, жалко. Такое комбо испортилось. Не понял. А почему не сработал захват? Интересно. А, видимо, потому что он еще в воздухе был. А дело в том, что в этой игре хватать противника в воздухе, как в Mortal Kombat, нельзя. Ну вот нельзя и все. Итак, это опять же бой рейтинговый, поэтому нам нужно 3 победы. Ну или пока противник просто не выйдет из игры. Такое тоже может быть. Всякое может быть.
somebody's about to be roasted. I don't fear you. And people get spun up about mutants. Begin. А, Overhead он... Сила, поехали. Вот он плюс на блоке, хорошо. Overhead. Ну, видите, не угадывает просто. А это был кроссап. Кроссап сильный у пугала. Это он не ожидал просто, да? О, броня, 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 тихо. Ура. А теперь кроссап. А, не подойти, да? Вот сейчас Ага, wake up, хорошо. Ну, атаки, конечно, очень длинные. Какой-то невероятный просто оверхед на всю карту. Это жесть какая-то. Интересно. Противник хочет выбрать другого персонажа. Кто же это будет? Черепашка или, в принципе, другой персонаж? Может, зонер какой? Какой-то Бэтмен, хорошо. Я думал, будет какой-то более серьезный зонер. Потому что Бэтмен — это не самый сильный зонер. Он может зонить, но есть зонеры получше, скажем так. Гораздо. Ну, тот же, не знаю, Дэдшот, например, да? Или Доктор Фейт. А вот это зонер, так зонер. You reek of paranoia. I call it vigilance. Why so vigilant, Batman? Что такое серьезный, да? Ну это... Я не знаю, как это переводится. Ах, ты вот так. То есть ты за него лучше играешь, да? Я понял тебя. Ар. Я тебя понял. Ну, угадывай, угадывай мои удары. Ра. Воу. Ой-ой-ой, вот это я комбо делаю. Уэйк. Это хороший вейкап, кстати, как мне кажется. Он еще и, по-моему, сейфовый на блоке. Да, Бэтмен у него получше играется, но все равно побеждаем мы. Так, друзья, новый бой. Против играем кого? Против кого мы играем? Супергерл. Довольно-таки сильный персонаж. Поскольку у нее телепорт с оверхедом, у нее есть комбо с лоу, также есть комбо с оверхедом, который выводит на комбо. Но комбо с лоу как раз более популярная.
Она будет нас зонить, наверное. What is this black mercy? Evil space plant. Forget it. Begin. Включаем. Воу. И красав. Ага. Нормально, да? Красав. Ага, красапы не действуют, да? Теперь включаем яд и добиваем. What is this black mercy? Evil space plant. Forget it. Begin. Ага, все нормально. И еще захват. Дополнительно. Ну, overhead. Воу, тихо. Ух ты, это сейчас опасно было. Это же красав. Сила. Ой. Уже получше заиграл, да? Да ладно, сбил. Что такое? Что за тактика такая? Значит, это будет не Супергерл. И кто же это будет? Интересно. Энчантресс. Помню, она была очень сильной. У нее был призыв зомби, а потом антизонинг. Правда, у нас зонинга нет, поэтому нам все равно, что у нее есть антизонинг. Now I'm hallucinating. You may inspire fear, but I am fear. Afraid of the competition. Begin.
Тихо. Что это за тактика такая? Че-то я не пойму. Но она работает. Я пока не совсем понимаю, что происходит, но это очень странная тактика. А, вот так вот даже. То есть на нее так просто не напасть, да? А эта штука взрывается. Интересно, интересно, кстати. Что-то я пока не совсем понял, как ее атаковать надо. Давайте реванш попробуем. Но тут, я так понимаю, спешить вообще нельзя, да? Нельзя спешить вообще. Сейчас будет вейкап, да? Нельзя, нельзя спешить, да? Сила. Нет. Ух ты, вот это дальность. Вот это дальность, слушайте. А почему это так? Лови. Плюс на блоке. У нас какая-то очень странная тактика, серьезно. Я не помню, чтобы вот когда-то так оно игралось. Не помню, чтобы эта игра игралась настолько, но необычно. Так, я так понимаю, что это третья моя победа. И значит, да, значит, счет 3-1. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока.